Хорошо. Сейчас я, значит, объявлю нашим вновь прибывшим, что у нас идет сейчас смотр, конкурс художественной самодеятельности ветеранов и членов их семей. И, значит, вот представители музыкальной школы имени Шипалина, которых вы видите сегодня на сцене, они представляют и защищают честь Орехова Бориса Васильевича. Ну, люди, которые давно ходят на концерты, например, Борис Александрович, очень хорошо знает воспитанников этой школы. Они, как правило, чаще всего принимают участие уже сразу в заключительных концертах, потому что в их мастерстве никто не сомневается. И вот, значит, открывает унисон балалайк. Так, сейчас я скажу, что они играют. Значит, унисон балалайк, которые исполняют русскую народную песню «Вспомним, братцы, Россию славы». Аккомпанирует Егор Путилин. Пожалуйста, ребята.